За 10 месяцев 2017 года в нашем районе возбуждено 170 уголовных дел по факту мошенничества. 60 дел направлено в суд, 79 преступлений связано с использованием мобильной связи и интернета. И только одно такое мошенничество удалось раскрыть. Как сохранить свои деньги и не стать жертвой злоумышленников? Подробности в нашей постоянной рубрике по оперативным сводкам. Накануне в Белореченском центре социального обслуживания населения прошла лекция, на которой специалист по связям со СМИ отдела внутренних дел МВД Елена Губа рассказала о том, какими способами мошенники обманывают граждан. Злоумышленники могут попытаться узнать пин-код вашей банковской карты, сообщив, к примеру, что ваш счет под угрозой. Для того, чтобы этого не случилось, как правило, требуют подойти к банкомату, вставить карту, произвести там, нажать какие-то цифры. Ну, человек подходит под диктовку, все это делает, нажимает, опять же, деньги списываются. Покупки в непроверенных интернет-магазинах также могут таить в себе опасность потерять деньги. Соблазнительные цены в несколько раз ниже, чем в официальных пунктах продаж, и оплата только при получении посылки на почте могут усыпить бдительность покупателя. Нет никакой гарантии, что в этой коробке окажется. То есть вы же ее не вскрываете перед тем, как отдать деньги, правильно? Вам оператор отдал коробку, вы ему сразу даете деньги. А потом какие вопросы к почте, правильно? Вот к вам пришла посылка, вот с такой указанной суммой, вы с ней согласились, да, вы ее заказывали. А там приходит, ну, какая-нибудь ерунда, которая, собственно, не стоит этих денег. При оплате интернет-покупок онлайн мошенники также могут попытаться получить доступ к вашему счету. Лучше для этого, конечно, иметь специальную карточку завести, на которой определенный там небольшой лимит денег. То есть вы... Даже если как-то ваш номер туда попал, оттуда списать будет нечего. Мошенники могут попытаться сыграть на вашей любви к близким. В огромных количествах преступники рассылают СМС-сообщения или звонят на разные номера от имени кого-то из родственников с просьбой о помощи, рассчитывая застать граждан врасплох. Да мне тоже сообщение приходило: мама, я попал в беду. Ребенку моему 2 года, он спит в соседней кровати. Думаю, давно ли он попал в беду, собственно. То есть критично отнестись к этим сообщениям. Прежде всего, позвонить, вот от чьего лица это сообщение, то есть попытаться дозвониться, да, бывает, невозможно дозвониться, бывает и такое, не впадать в панику. Позвонить к тем людям, кто с ним рядом находится, с близкими переговорить. Как бы смешно это ни звучало, многие люди до сих пор становятся жертвами таких афер. Почти каждый из присутствующих на встрече специалистов был свидетелем похожих сценариев. На телефон с обычного номера, Теле2. О том, что мне поступил платеж в 500 рублей. После этого пришло сообщение с такого же номера о просьбе перевести деньги, так как мне ошибочно положили якобы на телефон сумму 500 рублей. Но проверив свой баланс, увидев, что средства мне не поступили, я ответила отказом на сообщение. Идите, обратитесь. Важно помнить, что не дать преступникам шанса вас обмануть проще, чем впоследствии добиться возмещения своих убытков.